Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Все преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня политический аналитик Айк Халатян. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа, код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 2-300-6191. Да, мы следим за эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. И вот если говорить о том, что сегодня, потому что события, как мы понимаем, развиваются, как вы оцениваете обстановку? Ну, обстановка напряженная. По всей линии продолжаются бои, начиная от севера Аматского перевала до юга. Это река Аракс, граница с Ираном. Угу. Можно сказать, что уже бои немножко такой позиционный характер начинают принимать. Хотя вот утром опять азербайджанцы начали наступление, а также подвергли, я вот только что читал, обстрел в город Мардакер, и там есть уже трое погибших мирных жителей. Но вчера Ереван заявил о том, что Турция сбила самолет. Что вам об этом известно? И, насколько мы понимаем, Азербайджан и Турция как раз отрицают это сообщение. Ну, смотрите, с одной стороны, да, Турция как бы всячески поддерживает Азербайджан и военными советниками, и исламские боевики, которые переброшены из-под контрольных Турции территории Сирии в Азербайджан, о чем вчера давали информацию Reuters, Financial Times, западные СМИ, даже делали интервью с боевиками, которым предлагали деньги, и которые пока думают, ехать или нет. Но надо понимать, что если эта информация, как бы, если это окажется правдой, да, армянская сторона докажет всем миру, что вот это случилось, то Турция оказывается в очень некрасивой ситуации. Получается, что страна, член НАТО, без одобрения своего союза, участвует в войне на территории другой страны, при том против страны, члена ОДКБ, ну, фактически это как бы вызов России. И мы помним, какая негативная реакция внутри НАТО была во время, после того, как Турция сбила российский самолет самовольно, а потом побежала в Брюссель и начала просить помощи против России. Никому такая крупная, ну, такой инцидент, который может даже случайно привести к крупному военному столкновению между Россией и каким-то членом НАТО, не нужно. Поэтому Турция тут как бы играет на грани. Да? С одной стороны, продвигает свои интересы в регионе, но с другой стороны, всем понятно, что Турция сама по себе против России не может, и это очень чревато как бы втягиванием и других мощных игроков в конфликт, если, не дай бог, это случится. Но говорит ли это о том, что распознавательные системы в таком случае Армении не работают, если это случилось, что? Самолет действительно был сбит? Смотрите, система идет война, что значит опознаватель? Это же не гражданский самолет, да? Тут военный самолет, идут бои. Как бы он летает на территории Армении, он выполняет боевые задачи. И самое главное, надо понимать, что на вооружении Азербайджана нету самолетов F-16 истребителей. Да? Там советские истребители МиГ-29. И ну, я понимаю, что многие люди, которые наши слушатели, которые далеки от военного дела, хочется объяснить, что подготовка летчика — это очень долгий процесс. Да? Ты не можешь взять летчика с МиГ-29, вот, пересадить на F-16, сказать, вот тебе штурвал, рули. Да? Понятно, что за штурвалом находились турецкие летчики, да, если это было F-16. Поэтому тут нету опознавательных знаков, там гражданские самолеты не летают, их не перепутать, это линия фронта. Но здесь еще один интересный нюанс, на который, кстати, указывали специалисты, по крайней мере, есть о чем порассуждать, потому что по данным, которые попали в СМИ, самолет углубился вглубь армянской территории на 70 километров, и говорили о том, что если как раз система ПВО Армении интегрирована вместе с российской, то каким образом самолет смог так глубоко войти,
на территорию Армении и уйти оттуда. Нет, самолет был сбит на территории Армении, но это не означает, что... Понимаете, дальнобойность ракет позволяет и не входить на как бы, территорию Армении. И тут надо поймать немножко сложный географический рельеф. Армения и Азербайджан не такие большие страны, там очень маленький участок. Да помните, я вот опять хочу напомнить историю с этим российским Су-24, который сбил Турцию. Да, там такой участок, как бы он за одну минуту пролетает, да, самолетом, даже меньше вот этот участок. И если его не ждать там, то его невозможно сбить, да, пока ты поднимешь самолет. Он этот участок пролетает, да? Точно так же здесь. Возможно, да, сегодня вот представитель Минобороны Армении объяснял, что там, может, и случайно он как-то залетел очень недалеко в Армению, но это не 60. 60 километров на расстоянии был сбит армянский самолет. Но опять повторюсь, дальнобойность ракет современных авиационных позволяет, вот, стреляя с территории Азербайджана, да, находясь самолету в территории Азербайджана, сбить самолет на территории Армении. Но это в любом случае не отменяет факта как бы агрессии, потому что в других странах как бы самолеты не летают по границе и пуляют ракетами в самолеты в других странах. Какие средства поражения используются сегодня в конфликте? Потому что мы слышали о вертолетах, о танках, о системах залпового огня, даже говорили о системах залпового огня вроде солнцепека, то есть огнеметные системы. То есть что известно о применении странами каких средств вооружения в этом конфликте сегодня? Ну, практически все, весь арсенал использован, особенно с азербайджанской стороны. У армянской стороны несколько мощных козырей еще как бы припасено на крайний случай. Это «Искандеры», надо, да, вы имеете в виду? Ну, не только «Искандеры», надо поймать, да, у Азербайджана есть превосходство там в реактивных системах залпового огня, количественное превосходство, хотя у Армении есть, да. Но, опять же, по тактическим, оперативно-тактическим ракетам явное преимущество у армянской стороны, и эти комплексы пока в дело не введены. Это не только «Искандеры», «Искандеры» просто самые современные и мощные, да. Там есть «Точку», там есть старые эти «Эльбрусы», которых на Западе называют «Скадами». Поэтому показатели у Армении очень сильное преимущество над Азербайджаном, и Армения пока что это еще не применяла. Как и современные эти многоцелевые истребители Су-30. Поэтому тут есть куда еще расти. И как бы, а вот азербайджанская позиция немножко интересна, потому что фактически весь арсенал уже использован, да, как бы больше повышать некуда. Применить, вот у них тоже есть несколько ракетных комплексов оперативно-тактических, да, применить их, но это как бы не в интересах самого Азербайджана, потому что у армянской стороны многократное превосходство вот в этом компоненте. Но точка У, которую вы упомянули, Азербайджан ведь тоже, насколько я понимаю, обладает этими системами. Они еще не использовали точку У? Нет, нет, пока нет. Но я опять повторюсь, у Азербайджана всего несколько пусковых установок, у Армении, даже не считая «Искандера», намного больше таких систем, поэтому тут как бы включать их... Это как бы даже пока что и не в интересах Азербайджана. Но на ваш взгляд, что может спровоцировать включение этих систем в войну? То есть, потому что это уже, ну, достаточно разрушительные системы, которые могут, ну, нанести очень серьезный урон, в том числе и городам. Что может произойти, что эти системы будут включены в игру? «Искандеры», «Точка У» и так далее. Ну, если, например, вот вы уже упомянули, что Азербайджан может применить. Например, если он такими установками, например, попытается ударить по Степанакерту, да, столице. Да, обстрелы Степанакерта были, но это была там ствольная артиллерия, беспилотники, реактивные системы залпового огня, да. Армянская сторона тоже отвечает, пытается отвечать такими. Мне кажется, это две версии. Или вот такой удар по Степанакерту, если Азербайджан сделает, который повлечет массовую там гибель, не дай бог, мирного населения. Или второй вариант, который я не исключаю, если война примет такой затяжной позиционный характер, тогда надо понимать, что, опять же, тут немножко не в пользу Азербайджана это будет играть, так как если армянская сторона нанесет удар по этим стратегическим нефтепроводам, газопроводам и вообще добыче нефти и газа в Азербайджане, это будет иметь критическое значение для азербайджанской экономики и доходов госбюджета. Да, это можно сказать, что азербайджанская экономика будет выключена. Ну, еще я хотел немножко об оружии, чтобы закруглить эту тему. Вот появилась информация о том, что используются огнеметные системы залпового огня, вроде «Буратино» и «Солнцепека». То есть они тоже стоят на вооружении у сторон? У Азербайджана есть, армянская сторона, у нас таких систем нету.
Но у них Буратино нету, если не ошибаюсь, у них только солнцепёки. Это следующее поколение уже, да? Да, это новое, несколько они купили, приобрели у России. Ну, тут немножко такая сложность. Да, это мощная система огня, но учитывая, что тут все-таки воюют две регулярные армии, прекрасно вооруженные и обладающие дальнобойной артиллерией, как бы это не какие-то там боевики-исламисты, которые не могут достать систему там за 10-20 километров. А у них, если не ошибаюсь, дальность применения 6 или 7 километров. Да? Любая гаубица достает их намного. Поэтому тут... А сама техника дорогостоящая, да, поэтому подводить ее к передней линии для использования чревато тем, что не успев применить, ты попадешь под артиллерийский удар. Хотя азербайджанская сторона пытается, вот сегодня наши сообщили, что одна система такая уже уничтожена. Солнцепёк, да? Да, с подтверждения как бы моих слов. Мы говорили с главным советником Никола Пашиняна, премьер-министр Армении, с Багаршаком Арутюняном, и он сказал нам о том, что Армения готовится к полномасштабной войне. Это уже такие официальные заявления. Но вот идут ли разговоры сейчас о том, насколько изматывающей может быть эта война, насколько продолжительной она будет? Какие-то прогнозы, может быть, ожидания? Смотрите, мое личное мнение, да, вот... Как сказал известный такой военный теоретик Клаузевиц, да, война – это продолжение политики другими средствами. Почему Алиев пошел на этот конфликт? Да? Потому что были политические задачи, как внутриполитические, так и внешнеполитические. Да? Задачи и проблемы. И вот сейчас, зная историю Азербайджана, я хочу напомнить нашим слушателям, что любая смена власти в Азербайджане, за все, начиная с 90-х годов, она происходила лишь... На фоне поражения в Карабахской войне, там, власть уступил первый президент Муталибов, затем пришел Народный фронт Абульфаса Чебей, президент, он тоже проиграл, его скинули. Потом пришел Сурат Гусейнов, премьер-министр, который тоже потерпел поражение, скинул, пришел Гейдар Алиев, и власть остановилась. Да? Он смог завершить войну, спас Азербайджан от полного поражения, попросив прекращения огня в 1994 году, и затем передал власть по наследству своему сыну Ильхаму Алиеву. А вот сейчас Алиев, начав эту войну, как бы сам себя загнал в ловушку. Все последние 10-15 лет, с его момента его прихода к власти, в Азербайджане в людях внедрялась армянофобия, ненависть к армянам, внушалась людям, что мы готовимся к реваншу. Последние годы людям вдалбывалось в голову, что мы намного сильнее армян, и мы в любой момент можем решить конфликт силовым путем. И сейчас он как-то вынужден реагировать вот на те запросы общественные, которые он сам же и создал. И вот мы помним, вот в июле были бои в Тавуше, да, они хотя и носили локальный характер относительно на границе Армении и Азербайджана, не в Карабахе. Но мы помним, какой митинг был огромный в Баку, когда люди шли и требовали начать широкомасштабную войну с Арменией, да, чтобы вы поняли настроение. Я как-то... Трудно представлять, чтобы в какой-то нормальной стране, там, европейской, не знаю, чтобы люди вышли на войну, на митинг с требованием «давайте начнем войну, давайте убивать, и чтобы нас убивали». Да? В Азербайджане люди вышли вот с таким требованием. И сейчас, если он остановит войну без какого-либо серьезного успеха на линии фронта, а этого успеха нету, ему как бы нечего продемонстрировать сейчас людям, объяснить, зачем сотни убитых, зачем погибли сотни людей. Его скинут, ну, по моему мнению, минимум будут очень серьезные внутриполитические потрясения, максимум его скинут. Поэтому он будет воевать до тех пор, пока или не сможет продемонстрировать вот какой-то такой серьезный успех на линии фронта, или, грубо говоря, армянская армия не разгромит азербайджанскую и вынуждена будет просить перемирия, как это случилось в 1994 году. Ну, мы понимаем, в Армении рассматривают вариант признания независимости Нагорного Карабаха сейчас. Естественно. Кстати, армянская власть... Смотрите, вот это очень интересная ситуация, да, вот о позициях сторон в переговорном процессе, да. Да, фактически мы признаем, как бы, в армянском понимании гражданина Армении, Карабах – это независимая страна, да, там, все остальное. Но при этом власти не шли на признание, дабы... не создавать проблем в переговорном процессе. Да? Объясню. Если мы признаем Нагорный Карабах независимым, что мы обсуждаем с Баку, да, за столом переговоров? На столе переговоров лежало все последние годы признание Азербайджана независимости Нагорного Карабаха, и в ответ на это армянская сторона готова вернуть некоторые территории вокруг бывшей НКО.
И подчеркивали, что если переговоров нет, будет война. Но мы сейчас видим, что уже война идет, фактически, да, чего люди не хотели признанием доводить. И сейчас у всех стоит логический вопрос, а что тогда мы сейчас не признаем вот независимость Нагорного Карабаха? И армянским властям, которые и старые власти, и новые власти, да, которые вот довольно вот такую конструктивную позицию занимали в переговорном процессе, сейчас очень трудно объяснить жителям Армении и Нагорного Карабаха, а почему в условиях вот реальной войны, это не локальное столкновение, да, это война с применением почти всего арсенала вооружений, ударов по населенным пунктам и всего остального. Поэтому я думаю, что если война еще немного затянется, то Армения пойдет на этот шаг. Ну вот у меня есть, как мне кажется, такой логический вопрос, в то же время, может быть, он и наивный. Спрашивали ли у жителей Нагорного Карабаха, с кем они хотят быть? Проводились ли какие-то опросы? Есть ли мнение общественное там? Конечно, проводились. Смотрите, вот с правовой точки зрения выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, ну, к нему невозможно придраться. Я просто напомню, что в 1991 году, когда Азербайджан выходил из Советского Союза, благодаря референдуму, советское законодательство позволяло автономным регионам, там, республике, областям, в свою очередь, выйти из состава той республики, в которой они находились. Здесь эта республика решила выйти из Советского Союза. Народ Нагорного Карабаха воспользовался этим. Затем был еще один референдум во время принятия Конституции независимого Нагорного Карабаха. И опять же, люди ответили, что мы не хотим быть в составе Азербайджана. И самое главное, когда азербайджанские власти очень любят упоминать, что Карабах – это наша земля, я хочу напомнить, что современная Азербайджанская республика считает себя правопреемником первой Азербайджанской республики, а не второй, а не Азербайджанской СССР. Да? В отличие, к примеру, от Армении, которая считает себя правопреемником как первой республики вот, в 18-20 году, как и Армянская ССР. Поэтому я могу спокойно сказать, что Нагорный Карабах никогда не находился в составе современного Азербайджана. Чисто даже юридически, я вот это понимаю. И сейчас, когда вы говорите, а хотите людей спрашивать, вы понимаете, если старшее поколение не хочет возвращаться в состав Азербайджана, потому что они воевали, да, их обстреливали, их убивали, тысячи людей погибли, просто потому что они не хотели жить в составе Азербайджана, их решили убивать, то сейчас в Нагорном Карабахе выросло поколение за эти 30 лет, которое вообще в жизни не слышал, как бы и не видела живого азербайджанца. Да? Что им сказать? Вы хотите жить в Азербайджане, а кто такие азербайджанцы? Они их максимум видят через прицел по ту сторону окопов. Да? Поэтому тут немножко вопрос странный. Поэтому тут очень интересный момент. Вот помните, Шотландия хотела отделиться от Британии, да? Mm-hmm. Вот. Да, референдум. Вот разные подходы, да? Вот что сделали англичане? Они же не ввели в Шотландию войска и начали там всех арестовывать, ну минимум арестовывать, сажать и все остальное, да? Они начали убеждать шотландцев, что, ребят, жить в совместном государстве, это будет намного выгоднее и нам, и вам, чем если мы будем жить отдельно. И большинство шотландцев проголосовало, да, сказали, мы хотим жить в общем как бы государстве. Что сделал Азербайджан, когда жители Нагорного Карабаха захотели отделиться? Они их начали бомбить, обстреливать и убивать. Ну и получили ответ. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Айк Халатян, политический аналитик, у нас на прямой связи. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». У нас на прямой связи политический аналитик Айк Халатян. Говорим мы о ситуации в Нагорном Карабахе. Айк, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Что касается российского фактора, потому что Россия члена ДКБ и Армения члена ДКБ, но с другой стороны, Россия всегда подчеркивала дружеские, даже партнерские отношения с Азербайджаном и продавала ему оружие. Вот на ваш взгляд, как себя ведет Россия, как вы оцениваете ее роль в этой ситуации? Ой, сложный вопрос. Тут очень сложная ситуация, да? У меня один взгляд, как у гражданина Армении, когда я смотрю на политику России. Да? С другой стороны, когда я общаюсь с российскими экспертами, ну, теми экспертами, которых я очень уважаю, ценю их мнение, у них свой подход к этому вопросу. Постараюсь представить и мой и подход как бы армянской стороны, да, к этому вопросу, граждан Армении, армянского общества, и подход российской стороны. Вот смотрите, вот сказали продажа оружия, да, вот именно в свое время продажа очень крупного
объема вооружений примерно на 5 миллиардов долларов Азербайджану. Это начало 2010-2011-2012, во время президентства Дмитрия Медведева. Один момент очень сильно изменил баланс сил в сторону Азербайджана. И вот внушило ему уверенность, что у него может быть возможно военное решение конфликта. России казалось, что вот этой продажей оружия они как бы больше привязывают к себе Азербайджан и как бы будут рычаги влияния на него. Но апрель 2016 года показал, вот эта четырехдневная война в апреле 2016 года, что нет, настал момент, когда Баку может ослушаться Москву и сам по себе как бы или вместе приспособить ситуацию, начать как бы военные действия. И когда Россия поняла, что единственный способ не допустить войны в регионе, а я хочу напомнить, что ну, меньше всего эта война в регионе нужна именно России. Я потом, когда буду российскую позицию объяснять, объясню почему. Да? Они начали пытаться исправить вот этот перекосившийся баланс сил и начали там массовые поставки оружия в Армению. Как в рамках льготных кредитов, так бы просто там Армения покупала вот некоторые системы «Искандеры», вот истребители Су-30, потому что в Москве поняли, что что-то пошло не то, и единственный шанс избежать войны в регионе, это если бы Баку будет понимать, что нет, как бы у него нет возможности решить войну силовым путем. Потому что хочу объяснить слушателям, что армянской стороне эта война не нужна. Ну, если грубо говорить, Нагорный Карабах уже в наших руках, да, из-за чего идет весь конфликт. Что нам еще от Азербайджана требовалось, да, вот фактически, что мы хотим. Поэтому нам война не нужна. Единственная страна, которая недовольна вот нынешним статусом КВО, грозится его изменить с помощью сил, это Азербайджан. Сейчас переходим к российской позиции. А российская позиция сейчас заключается в том, да, Армения наш союзник по ОДКБ, по двусторонним соглашениям, потому что российская база в Гюмри, 102-я, она несет ответственность не только за границу с Турцией, где она стоит, а также и за всю территорию Республики Армении. И, в принципе, Армения может от нее потребовать, чтобы, так как на ее территорию совершено нападение, я сейчас имею в виду не Нагорный Карабах, а вот именно государственную границу, что будьте добры, как бы выполняйте свои обязательства. Но, с другой стороны, и Азербайджан для России очень важный игрок, партнер, и экономический, и исторический, и все остальное. Естественно, России не хочется делать вот этого выбора, который чреват ей потерей одного или даже двух вот этих партнеров вместе взятых. Поэтому Россия всячески оттягивает вот свою как бы определенную позицию, потому что понимает, что бы она ни сказала, в одной из двух стран это будет очень негативно воспринято. Да? Поддержит Армению, это значит теряешь Азербайджан. Откажешься как бы помогать Армении, тогда теряешь Армению. И к тому же к этому добавляется и то, что с формально, с юридической точки зрения, у России нет ответственности за Нагорный Карабах. Да, она несет ответственность за границы Армении, а бои в Нагорном Карабахе, даже при желании, Россия не имеет, ну, формального права у нее нет, объяснить, зачем она, да, грубо говоря, если даже захочет послать войска, на каком основании она послала войска туда, как внешнему миру, как и своему обществу. Поэтому это очень сложная ситуация, хотя мне кажется, что, учитывая вот это невероятную агрессивную политику Турции, активность Турции в регионе, Россия все-таки не может себе позволить так отмолчаться, не принимать участие вот в том, что происходит, и она хочет, не хочет, будет вынуждена как бы поддержать Армению, по максимуму стараясь как бы воздержаться от тех шагов, которые могут привести к полному разрыву отношений с Азербайджаном. Ну, ждет ли Армения сегодня этой поддержки со стороны России, российских властей, каких-то заявлений конкретных? Тут два момента. Да, общество очень разочаровано позицией России, оно ожидает более активных шагов от российских властей, но при этом, я так понимаю, все-таки какие-то контакты есть между армянскими и российскими властями, какие-то негласные, наверное, договоренности, потому что, смотрите, Армения официально не обращалась в ОДКБ за помощью. Да? Без этого вот задействовать как бы формат ОДКБ невозможно. Не исключено, что именно Россия и просит армянскую сторону не обращаться в ОДКБ, чтобы не было такой неудобной ситуации. И, при этом, наверное, какие-то помощь идет по другим каналам, там военно-техническая, как и всегда и шло. Поэтому я могу лишь предполагать, но то, что
факт в том, что Армения официально не обращалась за помощью. А это дает основание России и другим членам ОДКБ, хотя в основном мы ожидаем помощи все-таки от России, а не там, Беларуси, Киргизстан. Ну, формально как бы нету обращения, нету и помощи, да, как бы. Будет обращение, рассмотрим, решим тогда, что делать. Да, сейчас обращения нету, нету и повода оказывать вот такую открытую помощь. Но Пашинян поговорил с Путиным, то есть факт этого разговора, он подтвержден. То есть как считаете, ну, что... Да, но он два раза уже поговорил, в последний раз вчера, первый раз, это в первый день был. Я был сегодня на встрече российских журналистов с Пашиняном, мы этот вопрос ему задавали. Там вопрос был, звучал так, что обсуждали вы военное вмешательство России с учетом там агрессии Турции. Он сказал, нет, этот вопрос мы с президентом России не обсуждаем. У нас звонок, радиослушатель, да, на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. У меня к вашему гостю два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, вы оговорились или в самом деле считаете, что военные действия идут на границе Азербайджана и Армении, действительной границы, которая установлена? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а Турция разве участвует в боевых действиях? Разве кроме моральной поддержки она что-то делает еще на стороне Азербайджана? Спасибо. Спасибо вам. Смотрите, вчера был обстрелян город Варденис. Это государственная территория Армении. Да, этот город находится около границы с Нагорным Карабахом, но это территория Армении. В июле обстреливались населенные пункты Армении в Тавушской области. Поэтому, да, война, я не исключаю, что если война немножко затянется, опять бои начнутся не только в Нагорном Карабахе, но и по всему протяжению армяно-азербайджанской уже государственной границы, да, международной признанной. Что касается участия Турции, то я вам хочу заметить, что вчера вот эта информация о том, что был сбит, как мы уже в начале программы говорили, турецким истребителем армянский самолет. По нашей информации, там участвуют и турецкие военные советники, что никогда не скрывалось, потому что подготовкой азербайджанской армии занимаются турецкие военные советники, они ее подгоняют под стандарты НАТО. Это тоже общепризнанный факт, совместные учения, которые вот очень крупные учения закончились в августе, были и в сентябре совместные учения. И второй вот этот фактор исламских боевиков. Опять повторюсь, если бы это только утверждала Армения, я бы согласился бы с нейтральным зрителем, что ну вот идет война, армянская сторона пытается там выставить противника в негативном свете. Но когда ведущие мировые СМИ, уважаемые, авторитетные, а не желтая пресса, да, там одно из главных новостное агентство Reuters дает эту информацию, Financial Times дает информацию, притом дает информацию не ссылкой на армянскую сторону, а на основании бесед с людьми в Сирии, вот в тех районах, которые подконтрольны Турции, мне кажется, это заслуживает внимания и принятия того факта, что да. И, к слову, вчера глава МИД Турции заявил, что мы готовы оказать Азербайджану помощь не только моральную, но и на поле боя, как бы не только дипломатическую помощь, как мы всегда оказываем. Но как только азербайджанская сторона как бы обратится официально, мы готовы официально оказать ей военную помощь на поле боя. И самое главное, еще добавлю, да, с 93 года Турция участвует в блокаде Армении совместно с Азербайджаном. Она в 93 году закрыла границу с Арменией. В международных отношениях блокада какой-то страны – это уже акт недружественных действий, это фактически как бы участие в этом конфликте, прямое участие в конфликте. Поэтому даже без военных, турецких военных на поле боя, можно сказать, что Турция – прямой участник конфликта, закрывая, участвуя в блокаде Армении. Это единственная закрытая граница в Европе, я хочу заметить. Между странами, у которых нет войны. Да? С одной стороны, у нас нет войны, но с другой стороны, Турция блокирует все границы Армении. Границу вот так. У нас еще звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вот эти вот все войны по периметру России, это результат полного отсутствия стратегии в России. То есть Путин говорит, главное прагматизм. Что это означает? Выгодно продавать оружие за 5 миллиардов? Продаем. Выгодно с Турцией, так сказать, строить там поток и атомную станцию? Строим.
а все моральные, так сказать, ценности. То, что гибнут народы, то, что народы воюют, враждуют. Да, вопрос задавайте, Александр, чтобы гость мог ответить. Крупному капиталу наплевать. Вот не считаете ли вы, что вот эти войны, это результат именно вот этой беспринципной политики России? Спасибо. Спасибо. Я понял вопрос. Я скажу так, скорее не беспринципно. Я проблему вижу немножко в другом здесь. У России, по моему личному мнению, и вот эти наши события, это доказательство, нету стратегического планирования. Потому что страна действует от ситуации к ситуации. Да, вот надо улучшить отношения с Азербайджаном. Ну, давайте им там продадим на 5 миллиардов оружия. При этом не очень задумываясь, что в итоге это оружие закупается для войны с Арменией, Армения союзник России. И если эта война случится, то Россия окажется в очень сложной ситуации и будет пытаться спасти отношения и с той стороны, и с той стороны. Поэтому тут скорее, я думаю, не то, что беспринципность. В принципе, значит, скажем так, мировая политика, вообще политика немножко далека там, от ценностей, от морали и всего остального. Да, там есть интересы, и все страны мира, там, ведущие, да, там, Запад, Россия, Китай, все-таки пытаются защитить свои национальные интересы. Но в данном случае проблема в том, что вот именно решает тактические задачи, не слишком задумываются над стратегией. Мне кажется, вот причина в том, что и это приводит вот к таким ситуациям. Ну, что касается Ирана, потому что вот за Ираном очень интересно наблюдать, в том смысле, что Иран – это шиитское государство, которое поддерживает, по крайней мере, я слышу такие мнения, Армению, а не Азербайджан, хотя азербайджанцы тоже мусульмане-шииты. Вот фактор Ирана, насколько он важен в этой истории? Ой, смотрите, очень интересная ситуация, да, вот вы очень точно заметили, да, с одной стороны, не христианская страна, с другой стороны, очень хорошие отношения с Ираном, в первую очередь политические, вот так хочу заметить, политические, с Азербайджаном, у Ирана немножко другая ситуация, да, сейчас немножко нормализировалось, но несколько лет назад были очень напряженные политические отношения, при этом очень хорошие экономические отношения, там очень сильный товарооборот между двумя странами, и самое главное, найти территории Ирана на севере проживает очень много азербайджанцев, да, этнических азербайджанцев. В принципе, в самом Иране азербайджанцев проживает больше, чем в самом Азербайджане. Угу. Поэтому тут тоже. И что еще добавлять? Да, Иран единственная страна, которая граничит с Нагорным Карабахом. Я имею в виду, кроме Армении и Азербайджана, да, как бы третья страна, которая имеет общую границу. И, конечно, вот когда идет вопрос об урегулировании конфликта, Ирану, конечно, надо, чтобы там был мир, но при этом Иран не хочет, чтобы там вдруг оказались солдаты НАТО или каких-то западных стран в качестве миротворцев. Если еще с российскими солдатами Иран как-то может смириться, да, с появлением российских солдат на этой границе, хотя, мне кажется, им вообще тоже выгоднее больше статус-кво, а не каких-то миротворцев. Но вот западные, американские или европейские солдаты им вообще там не нужны на своих северных границах. К этому добавляется и то, что у Азербайджана очень хорошие отношения с Израилем. Это не только экономические, но и политические, сотрудничество в разведывательной сфере и во всем остальном. Это тоже очень сильно напрягает Тегеран и приводит вот на фоне этого к намного более хорошим отношениям политическим с Арменией. Поэтому Иран в очень сложной такой ситуации. С одной стороны, он видит в Азербайджане как бы братскую родственную страну, особенно учитывая фактор, религиозный фактор. С другой стороны, понимает, что именно этот религиозный и близкий фактор, наоборот, напрягает Баку, азербайджанские власти, они в этом видят угрозу. Поэтому вот такие взаимные все время подозрения и определенные проблемы возникают в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Ираном. Напомню, что вы также можете нам звонить. Несколько минут у нас остается до конца. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Айк Халатян с нами на прямой связи. Политический аналитик. Говорим мы об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Так что подключайтесь. Да, ну вот вы упомянули Израиль, кстати. А Израиль имеет влияние на развитие этой ситуации? Как бы вы характеризовали его? Вот помните, я вам сказал, что 5 миллиардов, на 5 миллиардов оружия в России приобретено было. Примерно на такую же сумму оружия Азербайджан приобрел у Израиля. И я должен заметить, что наибольшие проблемы армянской стороне доставляют именно израильские беспилотники, одни из лучших в мире, которых Азербайджан очень активно применяет.
как во время войны 2016 года, так и сейчас, а также танковые комплексы «Спайк» опять израильского происхождения. Поэтому у Израиля очень активное участие фактически в этом конфликте. И, к слову, и должен заметить, что сейчас закончился он или нет, но несколько месяцев назад начался уголовный процесс над представителями одной израильской компании, производящей беспилотники. И выяснилось, что операторы есть, то есть, так сказать, это есть зрение, что операторы, специалисты этой компании во время войны 2016 года вместо азербайджанцев управляли израильскими беспилотниками в боях, что запрещено. Они как бы должны были научить азербайджанцев, но есть подозрение, что эта компания, представители этой компании сами фактически принимали участие в боевых действиях. То есть получается, что вокруг Нагорного Карабаха сегодня в этой точке столкнулись интересы очень многих сторон, на самом деле, не только Армении и Азербайджана. Это такой многоцелевой конфликт. Естественно, тут и Франция, да, вот президент Макрон сегодня сделал очень такое жесткое заявление антитурецкое, да, да, в Риге это он сделал. Заявляя, что Франция настоит на поддержке Армении. Мы все помним, знаем, какие тесные исторические, культурные связи между Арменией и Францией, общиной, да. Фактор США, мне все-таки кажется, немножко вот эти выборы мешают кандидатам сконцентрироваться на внешнеполитических задачах, но, опять же, не надо, надо понимать, что США тоже не может оставаться далеки от этого вопроса. Там проходят газопроводы, нефтепроводы, которые имеют очень важное значение для Европы. Поэтому тут такой клубок проблем, который затрагивает всех, и война в этом регионе фактически была не нужна никому, кроме Ильхама Алиева. Я потому что уверен, что и народу Азербайджана в итоге, мне кажется, все-таки эта война, ну, не должна быть в интересах народа Азербайджана. Ну вот у нас очень мало времени остается, но что касается информационной войны, которая сопровождает практически все войны, и Ким Кардашьян, кстати, высказала поддержку Армении, и это на самом деле ведь очень мощный ресурс, это многомиллионная аудитория, которая, в общем-то, подписана на Ким Кардашьян. Кто, на ваш взгляд, ведет в этой информационной войне на мировой арене? Армения или Азербайджан? Мне бы хотелось, конечно, чтобы это была Армения, но я эксперт, да, я не только журналист, но я всегда немножко позиционирую как эксперт, поэтому я всегда хочу, чтобы была правда. Хотя, когда говорят, начинается война, все забывают о правде, поэтому понятно, что армяне и азербайджанцы по всему миру думают о своих странах, пытаются им помочь. Это естественный процесс, поэтому мне хочется, чтобы это была Армения. Я надеюсь, что Армения побеждает не только в информационной войне, но и в реальной войне. Как гражданин Армении и как армянин по национальности. Но Ким Кардашьян, это важно все-таки, учитывая, да, это конечно, гламурный персонаж, конечно, но очень важно. Я вот помню, какое освещение Армении началось во время ее визита с Канье Вестом в Армению несколько лет назад. Западных СМИ я не помню, чтобы когда-либо писали. Да? Это уже факт. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время выйти в прямой эфир нашей программы. Политический аналитик Айк Халатян был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго.